Здравствуйте, начинаем копать картошку сорт Уника. Кое-где еще зелененькие листочки есть, в основном уже начал засыхать, очень сухо. Сейчас посмотрим, что в этом году у нас выросло. Ботва, то есть мне по плечи где-то высотой получается, очень высокая и толстая. Есть много мелких, но они уже не вырастут, потому что зеленых листьев уже нет. И снабжать питанием неоткуда. Так, клубней большое количество, но они не крупные. Ну вот, одна из самых крупных картошин. Повреждается паршой. Но устойчиво к фитофторозу. Картошины такой характерной грушевидной формы. Ну, вот картошин большое количество, но среднего размера. В этом году недостаток влаги.
толщина стеблей в палец. Такой урожай уники. Все, всем спасибо.